Уникальный форум по развитию экономики пройдет в Одессе. Он стартует в пятницу в 9 утра в терминале 42. Свыше 200 участников вместе поищут пути развития культуры в регионе. Среди них будут зарубежные эксперты и украинские специалисты. В текущем положении вещей даже у малых стран именно креативная экономика в ВВП страны в общем экономическом потенциале государства не менее 5% дает. То есть, а есть прецеденты, когда значительно больше. Так вот, чтобы люди наконец начали понимать, что креативная экономика – это самая нормальная, потому что креативная экономика – это экономика денег, которые получаются на творческих продуктах, на идеях, на искусстве, на красоте, на развитии людей. Специальный гость форума – Ригнар Сиил. Он развивал и реформировал экономику Эстонии и других государств. Одной из четырех составляющих работы на стратегическом форуме будет работа той группы, которую будет возглавлять сам Рагнар Сиил. Он будет работать с уже состоявшимися успешными творческими креативными бизнесами Одессы, чтобы, по его собственному выражению, помочь им to make a boom. То есть очень быстрый, стремительный рост, развитие, выход на европейские рынки, привлечение правильных ключевых инвестиций. Фактически он будет стараться дать им правильную стратегию развития для стремительного роста.